Приветствую вас, друзья! Весна – это мое самое любимое время года. Расцветает природа, расцветаем и мы, и весна – это время перемен. Поэтому посмотрим с вами вместе новый, четвертый весенний каталог. Шведский стиль и скандинавский дух чувствуются не только на обложке, но и в каждом продукте Oriflame. Посмотрим вместе с вами новинки. Весна. В это время года очень важно позаботиться о коже, чтобы предотвратить пигментацию. 3 года назад я заработала себе пигментацию тем, что, нанося дневной крем, я не дожидалась, когда он впитается, приступала к макияжу, делала контурирование, румяшки и стирала защитный слой. После этого пигментация вот в этих зонах меня буквально преследовала, особенно если это был весенний-летний период. Когда у нас запустилась новинка серии Optimals Even Out, я провела эксперимент. Я сняла видео, фото до и после. Мне было важно понять, как серия работает. Но самое интересное, я не только убрала пигментацию, когда наступил следующий весенний-летний период, я заметила, что она больше не проявлялась. То есть реально серия работает. Серия вдохновлена шведской природой и содержит комплекс активных компонентов, осветляющих кожу. В 4-м каталоге у нас появляются средства по очищению и тонизированию против пигментации. Каждое утро и вечер я использую специальное очищающее средство для кожи. Ведь хорошо очищенное лицо – залог того, что следующие продукты будут работать на более глубоких слоях кожи. И зачем же нам питать старые клеточки? Зачем нам нужен тоник? Да-да, я знаю, что он у нас у всех есть, но пользуется, к сожалению, только единицы. А потом удивляются, почему у них серия не работает. Давайте с вами разберемся, зачем же он нам действительно нужен. Ну, во-первых, чтобы убрать таблицу Менделеева с кожи. Почему? Потому что мы все с вами пользуемся водопроводной водой, а она, к сожалению, не идеальна. Во-вторых, нам надо убрать остатки очищающего средства, так же, как и косметику, для того, чтобы следующие продукты работали более эффективно. Ну, а далее мы используем крем для век, активатор, сыворотка и либо дневной, либо ночной крем. Серия «Шведский спа-салон» – это настоящее наслаждение по-шведски, расфасованное по красивым баночкам. И это удовольствие от ароматов, текстур и расслабляющего эффекта. В состав серии входит уникальный шведский компонент – экстракт водорослей каролина. Она известна тем, что обладает антиоксидантной защитой, увлажняющими, успокаивающими свойствами, и она растет на побережье Швеции. Кроме того, в состав этой серии входит масло сладкого миндаля и канолы и эфирное масло бергамота. Компания разработала целую линейку «Шведский спа-салон», предназначенную для лица и тела. И в 4-м каталоге у нас запускается новиночка. Давайте я вам ее покажу. Магия. Вуаля. И посмотрите, гель превращается в мусс. Кстати, помимо активных и смягчающих компонентов, научно доказано, что новый эксклюзивный аромат «Шведский спа-салон» освежает разум и способствует глубокому внутреннему расслаблению. Цветочно-водный аккорд с тонким морским потоном наполняет воздух ароматом соленой воды. Легким, женственным, как морской бриз. Время для себя бесценно. Наполни жизнь новыми ощущениями. В декоративной косметике у нас также появляются новиночки. Во-первых, это румяна. Румяна в нежно-розовой гамме с холодным подтоном. Такого у нас еще не было. Когда мы используем помаду в холодной гамме, то и румяна должны быть в соответствующей гамме. Когда мы хотим сделать легкий макияж весенней свежести на 1, 2, 3, мы просто перемешиваем все эти 4 оттеночка и наносим на щечки, протягивая к вискам. Лайфхак. Если мы хотим сделать профессиональный макияж, то ни в коем случае не выбрасывайте упаковочку. Зачем она нужна? А для того, чтобы сделать из нее вот такую крестовину и разделить шарики по зонам. Оттенок фуксии мы используем под скулу. Вытягиваем к вискам, далее переворачиваем кисточку
и наносим розовый оттенок. Розовый оттенок у нас всегда освежает, поэтому мы его наносим на яблочки. И последний штрих. Мы наносим светлый оттенок в качестве хайлайтера. Для того, чтобы сделать модный макияж в розовой гамме, мы также можем использовать эти же самые румяна. Для этого мы наносим розовые оттеночки и прокладываем складку века. Завершает макияж, конечно же, помада. Я рекомендую вам никогда не останавливать свой выбор только на каком-то одном оттенке. Устройте себе помада-марафон. 5 дней, 5 оттенков. Делайте фотографии, спрашивайте знакомых, друзей, близких, родственников и выбирайте свой идеальный оттенок. У нас запускается новиночка, и меня больше всего интригует оттенок с названием «Кофе с собой». Мне нравится этот оттенок, это тот мой идеальный нюд. Но все-таки мне хочется посмотреть, как выглядят остальные оттеночки, поэтому давайте сделаем свотчи на руке. Завершить образ нам поможет лак для ногтей. 10 оттенков, 10 преимуществ. Не требует базовое топовое покрытие, стойкое покрытие, глянцевый блеск, насыщенный цвет, ровное покрытие, устойчив к сколам, нанесение без разводов, гладкое скольжение, быстро сохнет и легко удаляется. Мне очень понравились новинки. Помады. Хочется дальше продолжать экспериментировать, создавать какие-то новые образы, лаки, посмотреть, в какой гамме, как они сочетаются. Я очень люблю наносить разные оттенки на разные пальчики. И, конечно же, для меня было очень важно вот такие румяна именно в холодной гамме, чтобы все потом это миксовать, создавать какие-то новые весенние классные образы. Хотите еще больше узнать о новинках и акциях Oriflame? Спрашивайте каталог у консультантов или ищите на сайте. Милые девушки, дамы, будьте красивы, любимы и счастливы. Успехов вам!